Ребята, такой поезд, туалет, раковина, дезодорант, бумага, сам толчок. Вот так работает. Курить запрещено. Еще дополнительная бумага. Будем выходить. Такой вагончик. Титан. Вот как-то так. Ребят, в итоге приехал я на станцию Рязань. 12 минут остановка. Вот здесь Рязань 1, Рязань 2 и Рязань товарная. Вот, вот такой вот городок сзади. Вдоль путей, кто строил, крестьяне, это при Павле II, поселяли их вдоль железной дороги. Вот сейчас вдоль железной дороги, если какие-то дома вы видите, это все крестьяне вот бывшие. Ребят, приехали мы на станцию Рузаевка. Это самая здоровая станция Республики Мордовия. Меня здесь должны где-то встречать. Пока я ничего не вижу никого, но буду уже выходить. Выглядит она вот так изнутри. Время сейчас у нас 11 часов, да, получается 23:20 прибытие. Ехали больше 10 часов, устал как сволочь. Вот как-то так. Моя бригада идет. Здорово. Здорово, Игорь. Здорово. Здорово, тезка. Здорово, Игорь. Помашите. С приездом вас, как говорится, в нашу солнечную Мордовию. Все. Встретили, едем дальше. Едем дальше, что ли. Ребят, вот переход же. Переходим. Да-да. Через железнодорожный пути. Не пропустим сообщение. Раньше я приезжал, а мне его. Да, специально для меня построили. Вот Рузаевка, вокзал. Куда идем-то? Сусанины. Вот, нас здесь автомобиль ожидает. Будем грузиться. Ребят, уселись в машину. Региона. Вот. Иван Николаевич у нас за рулем, Игорь сзади, второй тоже сзади, третий тоже спереди. И самое главное, который спереди, Игорь, сидит на шкуре неубитого медведя, блин, вот сзади. Почему? И Иван Николаевич тоже. А нет, даже убитого. А ты убил медведя, да? Ну. Ты на него уже сел. Я так тебя помнил. Ребят, едем мы в итоге в столицу Мордовии, город Саранск. Иван Николаевич нас везет.